Доброго времени суток, дамы и господа. По идее, в таких видео говорят о том, что было, что будет и что на текущий момент происходит. Давайте поступим примерно так же. Что у нас было в этом году замечательного? Да в целом, все было довольно-таки неплохо. Мы замечательно сконнектились вместе с вами, прошли Сильвану эпохальную, убили ее на несколько раз с целью того, чтобы получить маунтов. Многие люди получили маунтов, почетные роли в моем Дискорде. Многие люди тоже получили почетные роли в виде дезертира. Ну, как говорится, кто как себя проявил, тот то и получил. Правильно? Да, в целом все правильно, абсолютно. Также к нам пришло замечательнейшее дополнение Dragonflight, в котором куча-куча багов замечательных, но оно, по крайней мере, красивое. В Dragonflight произошла смена гильдии у меня, значимое событие для каждого варкрафтера, потому что меняется состав, меняется коллектив, и вообще в целом абсолютно все меняется. Произошло все хорошо. Видосики с убийства мифических боссов имеются на YouTube-канале, и вы можете все увидеть абсолютно, да. Далее, что нас ждет? Ждет нас дополнение Dragonflight. Второй, еще третий сезон компания Blizzard высказала абсолютно все свои планы касательно текущего дополнения. То есть там 10.02, 10.05, все-все-все абсолютно высказано касательно новых обновлений и новых сезонов. Что я скажу от себя теперь, давайте не только об игре. Следующий год будет довольно-таки интересный, я в этом уверен. Я постараюсь его всячески разнообразить, чтобы вам было интереснее, скажем так, играть в WoW. Постараюсь насытить вас таким контентом, от которого у вас просто мир перевернется. Это во-первых. Во-вторых, постараюсь, скажем так, уменьшить еще дополнительно свою агрессию, потому что порой, когда пишутся различные вопросики, по типу «За какой класс ты играешь?» у меня немножечко начинает воспламеняться. Постараюсь это воспламенение, конечно же, убрать. Но и вам советую самим смотреть какую-либо информацию. На все это есть какие-либо сайты, какие-либо сервисы, поэтому, конечно, изучайте информацию сами. Я же могу просто вам предоставить различные сервисы для того, чтобы вы чекали различную информацию, и таких каких-то вопросов у вас будет меньше. Ведь чем больше вы изучаете какую-либо информацию где-либо, тем приятнее и лучше вы начинаете играть в эту замечательную игру. Желаю вам легкого прохождения мифик плюсов, рейдов, всего хорошего. Самое главное, чтобы всего хорошего было побольше, а всего плохого было поменьше. Всего вам хорошего в новом году. Год кролика, по-моему, правильно? Пусть он будет нежным, мягким и замечательным. Желаю вам всего хорошего, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!